После прохождения паспортного контроля на выезд из России мужчина был подвергнут личному досмотру. Его итог – два свертка с белым порошкообразным веществом. Химическая экспертиза показала, что это сильнодействующий наркотик. Таким образом, почти 1,5 грамма вещества является крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.